Błogosławiona Cesarstwo Ojca i Syna i Świętego Ducha, nimi i prysno i wo wieki wieku. Пресвятую, пречистую, преблагословенную,
славную Владицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Блажен,
Христо Христиане постильное, ходатайство по Творцу непреложное, не презри грешный моленье гласи, но пред Мария поблагая на помощь нас верно зову. Ускори на молитву и почися на умоление, пресвятествующий присно Богородице чтущая. Яко святеси Боже наш, Тебе славу славим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. И во веки веков. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, мир и примирит обоих воедино.
Евангелие Богом и крестом, убив вражду на нем, и пришел благовести мир вам, дальним и ближним, занятием имами привидения обои, во едином Духе к Отцу. Тем же обо тому, не сте странные пришельцы, но сожители святым и присни Богу. Назани бывше на основании апостол и пророк, сущу краеугольну самому Иисусу Христу, о нем же свято создание составляемо, растет в церковь святую, Господи, о нем же и вы созидаетесь, в жилище Божие Духом. Премудрость, глас седьми, аллилуйя. Врачем, издавши все имение, и не воспитывая.
Христос може ни от единого исцелети. И приступши созади, кознуся края рис Его, и абиеста то крови Ея. И рече Иисус, кто есть коснувися мне, отметающимся же всем, рече пьет и иже с ним, наставниште, народи одержатя и гнетут, и глаголящи, кто есть коснувися мне. Иисус же рече, прикоснуся мне некто, азбочу силу, исшедшую из мене. Видевши же жена, яко не утаися, трепещущи прийде, и паче пред ним, за ню же вину прикоснуся ему, поведа ему пред всеми людьми, и яко исцели абие. Он же рече ей, дерзайчи, вера твоя спасетия, иди в мире. Еще ему глаголюшу, прийде некий от арки синагога, глаголя ему, яко умре чи твоя, не движи учителя. Иисус же, слышав, отвечая ему глаголя, не бойся, токмо веруй, и спасена будет. Пришед же в дом, не остави ни единого в нити, токмо Петра и Иоанна и Якова, и отца отроковицы и матери. Плакакуся же си и ридаху ея. Он же рече, не плачитеся, не умре бо, но спит. И ругахуся ему, ведяше, яко умре. Он же изгнав вон все, и ем за руку ея, возгласи глаголя, отроковице восстани. И возвратися дух ея, и воскресе обие, и повелье дати ей ясти. И дивистася родителя ея, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
молимся о предержащей власти нашей, о всем воинстве. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еже молимся о братьях наших, священнице священному насе, и всем во Христе, братстве наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еже молимся о блаженной пресной памяти Создателя Святого Храма Сего и о всех прежде почивших отцах и братья, здележащих повсюду православные. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Плодоносящие и добродеющие во святем и священном храме сем, труждающиеся, бывшие предстоящие люди, ожидающие от Тебе великой и богатия милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивый человек, любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Помолитесь о углашении, Господи, ви. Господи, помилуй. Верни о углашении, помолимся, да Господь помилует их. Огласите словом истине. Открыет им Евангелие правды. Соедините святей своей соборной апостольской церкви. Спаси, помилуй, заступи, сохрани Боже Твоею благодатью. Оглашение главы ваша, Господи, ви преклоните. Пресвятое великолепие имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Елите оглашение изидите, оглашение изидите, елите оглашение изидите, да никто от оглашения, елите верный, паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Премудрость. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О свечном мире и спасении душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, простоянии святей Божьей церкви, и в соединении всех Господу помолимся. О святым храме всем, и с верою благовением, и страхом Божьим входящих вон, Господу помолимся. О, избавитесь нам всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Премудрость. Яко под державою Твоею всегда храним и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Amen.
Высокопреосвященнейшего, Карла Митрополита Медиоланского, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Бога Библию страну силу власть, страдавную страну российскую, где представляющих, молящихся, где поющих, создать и благотворить святого храма Своего, вас и всех православных христиан, да поменит Господь Бог во Царстве Своем, всегда будет присно и во единомыслием исповеми. Отца
Christo, il ljubi Boga i Otca i pričasti
Сие есть тело мое, еже за велами мое, восставление греху. Принесение
честния даре, Господу помолимся. Господи, помилуй. Якуда человека любит Бог наш, приемя во святи пренебесни мислени свой жертвенник, во ню благоухание духовного, вознеспосет нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся. Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Не всего совершенно свята, мирна и безгрешна, у Господа проси. Ангела мирна, верна наставника, хранителя души телес наших, у Господа проси. Прегрешени наши, у Господа проси. Добрый полезный душам нашим, и мира мирови у Господа проси. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати, у Господа проси. Христианский окончин живота нашего, безболезни, непостыдни, мирни и доброго ответа на страшном судище Христове проси. Святого Духа и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Исподоби нас, Владыко, содерзновенно неосужденно, смей ты призывать тебе небесного Бога Отца и глагола ты. Преклоните.
Отче во век любим единородного Сына Твоего, с Ним же благословение си, со пресвятым и благим животворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Святая, святая, страхом Божиим и верою приступите. Благословен грядный во имя Господне, Бог Господи, Абисия. Верую, Господи, исповедую, яко Ти еси во истину Христос, Син Бога живаго, пришедший в мир грешня спасти, от них же первый и смаз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сия есть самая честная кровь Твоя. Молюся убо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешенна моя, вольная и невольная, я же словным же делом, я же виденным и невиденным, и сподоби меня неосужденно причаститися пречистни Твоим тайнц во оставление грехов и жив вечною. Аминь. Вечери Твоя тайня, днес Сине Божий, причастника меня приими. Небо врагом Твоим тайно повием, не лобзамня Ти дам, яко Юда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем.
да не в суд или суждение будем мне причащение святых твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Спаси Боже, люди твоя и благословит отстояние.
Спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоя сохрани, освяти любящее благолепие Дому Твоего, Ти тек воспрослави Божественную Твою силою и не остави нас уповающих на Тя. Мир мирови Твоему дари Церквам Твоим, священникам, продолжавшим властям нашим, всем людям Твоим. Яко всякое даяние благо и вся дар совершенства выше есть куда Тебя со светов, и Тебе славу, благодарение, поклонение посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Святейшого Иоанна Павла Папу Римского, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего
Carla, Митрополита, Мегиона.